себе, расскажите, по вашему мнению, почему именно вы стали чемпионом? А кто должен отвечать? Илья. Илья. Илья отвечает. Отвечает Илья. А я забыл вопрос. Почему ты стал чемпионом? Как вы назвали чемпионом? Повезло просто. Везде. Петрон снесли в последний вот, так сложилось. В общем, мы готовились долго. И поэтому, собственно, заслужили эту победу. Так и запишем. Прямой инвайт. Мы будем стараться получить прямой инвайт путем зарабатывания как можно больше ачивок, не знаю, как на русском сказать. Достижений. Да, достижений на различных турнирах. Европа Бунч. Я могу отвечать. Первое место. Ну а потом, естественно, может и будем тренироваться. Ну, отдыхать. В общем, я могу сказать, что в ближайших планах очень серьезно начать тренироваться, чтобы мы могли показывать серьезные результаты. Кого не вообще? Я не буду. Обычно у нас практически каждый день тренировки, где-то часов по 6-8, поэтому отдыхаем очень мало. For now, we're still thinking about it, but I can say that probably, like for 30 persons, we will play like this roster. Ошибок, и это приводило к увеличению игры на 15-20 минут.
Поэтому есть еще много над чем работать. Вот. Постараемся это исправить. 4 балла из 10. У каждой команды есть принципиальный соответ. Так называемый внутренний дерби. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ЦСКА, Спартак. Я знаю, что ты. Сейчас может являться принципиальным соперником. Где вы, возможно, хотели бы с ним встретиться? То есть, допустим, финал Интернешнл или там финал тоже Шанхай. Кто это будет? Надо Свинсера в финале мажора. Но мы не верим. Встретиться в финале мажора, но не факт, что они пройдут. Они туда попадут, да, но это не надо записывать. А если вас на плюс 10, то приедет. Ну тут изи вообще. У меня вопрос. Когда выходит новый патч, больше нужно стараться думать над тем, что будет хорошо заходить вот в той мете, которая придет, то есть в следующем патче. Поэтому нужно больше заниматься какими-то размышлениями и больше играть, то есть чтобы быстрее вникнуть в мету. Как вообще была организация мана, как вы понимаете, хорошо ли там послушали проживание и так далее? У нас есть эксперт по оценке планов, он может вам все рассказать. Но больше ожидали, наверное, увидеть Вегу в финале, так как они хорошая команда и очень долго играют вместе. Но у них что-то там не пошло, поэтому все 4 цел прошли. А какой второй вопрос? Конечно, мы не могли ожидать этого, потому что мы приехали, по сути, с двумя стендингами на этот план, поэтому такой результат для нас это просто чудо. До 8 числа. До 8. Спасибо. Спасибо. Спасибо.